Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ организован решением Мосгорисполкома в 1944 году. Мосгоргеотрест является муниципальной геолого-геодезической и картографической службой города Москвы и территориальной организацией по инженерно-строительным изысканиям Госстроя Российской Федерации. Мосгоргеотрест входит в состав Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы. Мосгоргеотрест является единственной уполномоченной правительством Москвы организацией по созданию и ведению единой государственной картографической основы города Москвы, городским заказчиком по формированию программы городского заказа, аэрокосмических съемок территории города Москвы и обработки данных дистанционного зондирования. Основная задача треста – проведение изыскательских, инженерно-геологических и топографо-геодезических работ для разработки на их основе проектной документации для строительства и ведения геофонда города. Чем плотнее застраивается город, тем сложнее становится запроектировать и построить новое здание или сооружение. Город и геология постоянно обязаны отвечать на многие вопросы. Какие грунты находятся в основании сооружений, нет ли в толще грунтов пустот, не грозят ли сооружению оползни, подтопления и другие негативные физико-геологические явления. Мосгоргеотрест проводит инженерно-геологические изыскания практически по всем объектам городского заказа, таким как Люблино, Хорошево-Мневники, Свиблово, Медведково, Куркино, Митино, Третье транспортное кольцо и другие программы. Никакое проектирование невозможно без крупномасштабной геоподосновы со знанием инженерных подземных коммуникаций. Одним из основных направлений деятельности Мосгоргеотреста является изготовление такой геоподосновы. При производстве работ используется современное оборудование, электронные тахеометры и спутниковые геодезические приемники. За 56 лет работы Мосгоргеотреста создан геофонд города Москвы, состоящий из более 39 тысяч планшетов масштаба 1/500, на которых отображены топография и подземные инженерные коммуникации города. В составе Мосгоргеотреста находится отдел подземных сооружений. Ежегодно им выдается более 18 тысяч заключений по проектам инженерных подземных коммуникаций. Наряду с геолого-геодезическими и картографическими работами Мосгоргеотрест выполняет большой объем инженерно-конструкторских исследований зданий и сооружений при их реконструкции, а также диагностированию при восстановлении аварийных объектов. В настоящее время трест приступил к созданию банка данных дистанционного зондирования, содержащего материалы аэро- и космосъемок, которые позволяют проводить обновление топографической основы города различных масштабов, в том числе в электронном виде. Мосгоргеотрест располагает производственными и вспомогательными площадями, необходимой технической базой для проведения всех инженерных изысканий, включая парк машин со специальным оборудованием, лабораторное оборудование, а также обладает современными компьютерными технологиями. Высокая техническая оснащенность и квалифицированные кадры, более 1200 специалистов, позволяют выполнить ежегодно значительные объемы работ.
За качество всех выполняемых работ и предоставляемых услуг Мосгоргиатрест несет полную юридическую и материальную ответственность.